Ребята, всем привет! Гости канала, подписчики канала и также зрители. Сегодня у нас 9 января 2021 года. На улице пошел небольшой снег. Погода минус 5. Хочу пожелать им хорошего дня, отличного настроения, мира, добра, блага, здоровья вашим родным и близким, а также родителям. Хочу пожелать вам приятного просмотра данного ролика. Поездка на трамвае по маршруту 50 от метро Новослободская до Аптекарского переулка. Улица. Электробус Т-47, Детскудниковский переулок. Еврейский музей и центр толерантности. Будьте осторожны при выходе на проезжую часть. Следующая остановка – улица Образцова.
улица Образцова. Будьте осторожны при выходе на проезжую часть. Следующая остановка – МИИТ. Площадь Борьбы. В избежании травм держитесь за поручни. С 13 ноября в городском транспорте временно не действуют социальные карты студентов московских вузов и колледжей, переведенных на дистанционное обучение. Приостановлен льготный проезд по социальным картам москвича и жителей Московской области для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, а также для школьников с 6 по 11 классы. Берегите себя. По возможности оставайтесь дома. Площадь Борьбы. Будьте осторожны при выходе на проезжую часть. Следующая остановка. Улица Достоевского. Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта. Достоевского. Будьте осторожны при выходе на проезжую часть. Следующая остановка. Селезневская улица. Выход к метро Достоевская. Уважаемые пассажиры, при входе, пожалуйста, приложите свой билет в излитый. Thank you.
городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта. Следующая остановка – метро Красносельская. В избежании травм держитесь за поручни. С 13 ноября в городском транспорте временно не действуют социальные карты студентов московских вузов и колледжей, переведенных на дистанционное обучение. Приостановлен льготный проезд по социальным картам москвича и жителя Московской области для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, а также для школьников с 6 по 11 класса. Берегите себя. По возможности оставайтесь дома. Следующая остановка – Нижняя Красносельская улица. Уважаемые пассажиры, при входе, пожалуйста, приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Желаем приятной поездки.
метро Бауманская. Будьте осторожны при выходе на проезжую часть. Следующая остановка – Аптекарский переулок. В избежании травм держитесь за поручни. С 13 ноября в городском транспорте временно не действуют социальные карты студентов московских вузов и колледжей, переведенных на дистанционное обучение. Приостановлен льготный проезд по социальным картам москвича и жителя Московской области для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, а также для школьников с 6 по 11 класса. Берегите себя. По возможности оставайтесь дома. Социальные карты студентов московских вузов и колледжей, переведенных на дистанцию.